Внимание, говорит и показывает GameSpace. Не так давно мы разбирались в том, кто же такая Эленор. Персонаж из флеш-мультиков начала 2000-х. Маленькая мертвая девочка, простая по своей натуре и совершенно непосредственная. Поначалу ее можно посчитать жестокой садисткой, без зазрения совести, уничтожающей насекомых до животных, а иногда и людей. Но после знакомства, так сказать, поближе, становится ясно. Она всего лишь исследует мир. Как умеет, тут уж извините, вокруг нее нет взрослых, которые бы направили ее познавательные способности в нужное русло. Ну и тот факт, что Эленор мертва, но по непонятным причинам воскресла, объясняет ее безразличное отношение к членовредительству, ценности жизни и прочим мелочам. Сам мультсериал содержал зарисовки о нескольких минутах из жизни девочки и ее окружения, наполненные черным юмором и готическим антуражем. Неудивительно, что такой персонаж с таким лором запал людям глубоко в сердца и породил как целую фан-базу, так и просто неравнодушных. На удивление для нас, прошлый ролик про Эленор дал значительную положительную отдачу, а мы обещали, что в случае Оны расскажем подробно о первоисточнике, комиксах, да еще и неизвестно почему и как, изданных в России. Что ж, книга Эленор Душилки у нас на столе. Поехали! На самом деле, очень удивительно, что эта книга вообще увидела свет, если учитывать ее год издания, 2017. Что побудило АСТ купить на нее права именно тогда, остается большой загадкой. Ведь популярность мультфильма «Эленор» была далеко в прошлом. Даже телеканал «Дважды два» начал его трансляцию десятилетия назад. Таким образом, целевая аудитория «Душилок» остается под вопросом. Как раз это, скорее всего, и повлекло за собой очень плохие продажи при относительно небольшом тираже в 2500 экземпляров. Минус данного провала очевиден. Выпуск последующих книг серии, естественно, никто уже не планировал. Плюс, даже сейчас, на момент выхода ролика, а это май 22 года, Эленор Душилки можно спокойно найти в крупных интернет-магазинах типа Озона, Лабиринта и Читай Города. Сама же книга издана добротно и целиком и полностью по лекалу американского сборника. Только там он выходил многократно и в разных переплетах, как в мягком, так и в твердом. У нас же книга сразу заслужила плотную обложку с частичной лакировкой. Внешний вид достаточно приятный, в руках держится хорошо, страницы прочные. Придраться даже особо и не к чему. В состав книги входят первые 4 выпуска серии, но подправленные автором и покрашенные. Все бонусные материалы, арты, заметки Романа Диджи и обложки бережно сохранены. Имеется даже и предисловие от автора, описывающее нелегкий путь восстановления исходных страниц, что сохранились лишь в качестве не самых лучших сканов. Для книги за достаточно приличный прайс толщина, конечно, небольшая, но учитывая популярность Эленор в определенных кругах, как некий трофей или сувенир, вполне сгодится. Ну а теперь давайте пройдемся по содержанию. В Душилках представлена самая ранняя фаза развития Эленор. Автор пока не планировал делать какой-то длинный, целостный, адекватный сюжет. Это больше похоже на баловство, собрание маленьких гаденьких зарисовок, сделанных для двух целей – рассмешить и вызвать отвращение, ну или шокировать неподготовленных. Притом одновременно. Юмор здесь исключительно черный, но если вспомнить, что главная героиня – маленькая мертвая девочка, вдохновленная стихотворением Эдгара Аллана По, ожидать чего-то другого однозначно странно. В аннотации книги есть упоминание, что фанаты Тима Бертона оценят сие произведение, и правда в этом есть. Как минимум, угловатый готический стиль рисунка Дёрджа очень удачно вписывается в атмосферу самих историй. Для любителей мультсериала Душилки будут настоящей находкой, ведь стрипы, по которым были созданы первые эпизоды шоу, здесь есть. Про то, как Эленор забрела в зоомагазин и обнаружила там очень много бракованных хомяков. Если быть точным, в книге можно найти с десяток историй, которые были экранизированы. Неудачный трюк иллюзиониста, проделки кролика Фуфу, грустная судьба кошек Эленор и многое-многое другое. Ну и конечно, помимо уже знакомых и любимых, книга содержит ранее невиданные в наших краях сказания. И они далеко не все касаются маленькой мертвой девочки напрямую. Море самых разных причудливых персонажей становится центром повествования на одну или две страницы. С какими-то из них контактирует Эленор, зачастую при этом обрывая их жизнь, но какие-то даже с ней сюжетные не пересекаются. Вспомнить того же Сойлента Грина, людоеда без ножек и ручек, которому удалось после смерти отведать ангелов на вкус. Такие истории носят в себе притчевую фабулу. Например, мальчик с сердцем в коробке, то ощущал вечную пустоту внутри себя, за ключик убил родного деда, вернул себе сердце, но рухнул в печали, раскаиваясь в содеянном. Некоторые стрипы Романа Дёрджа стилизованы под стихотворение Эдгара Аллана По, и, к сожалению, здесь, в книге, переводчикам не во всех моментах удалось хорошо адаптировать текст, сохранив и стиль, и форму.
Однако не только второстепенными персонажами полны душилки. В книге происходит самое важное – знакомство со всеми основными героями, которые будут кочевать из истории в историю, уже в последующих выпусках комикса. Это сама Ленор, оригин которой даже вкратце рассказан, чего, кстати, мультсериал был лишен. Рагамаффин, или Оборванец, в книге почему-то ставший аллитературенным лохмотником. Ожившая тряпичная кукла, бывшая ранее грозным вампиром. Но из-за проклятия ведьмы и не самой свежей крови забальзамированной Ленор, Оборванец обращен в миленькую игрушку для чаепития. Присутствует в душилках и мистер Гош, мертвец с мешком вместо головы и с пуговицами вместо глаз. Безумно влюблен в Ленор и бесконечное число раз убит ею. И, конечно, таксидерми. Загадочный джентльмен с полуразложившейся оленьей головой. Сосед мертвой девочки. Имеет непонятное домашнее животное по кличке Молокаи. Собственно, про знакомство с ними обоими и есть небольшая зарисовка. По итогу, книга знаковая для фанатов. Переиздание настоящей классики. Первые появления основных персонажей. Любимые эпизоды шоу на бумаге. И при этом уйма бонусов. Начиная от артов автора, заканчивая небольшими стрипами из его жизни и даже историями в тексте. Минус остается один – отсутствие продолжения. Однако следующие 4 выпуска есть у нас в виде оригинальных англоязычных журналов, и если ты хочешь обзор на них, не забудь поддержать данное видео. Лайкни, напиши коммент и подпишись на канал. Для финансовой поддержки нашего труда добро пожаловать на Boosty, ссылочка в описании. А на сегодня все. До скорого!